дублируемый перекрестки, и поедем направо. Знаете, какой проект? 40. Где он заканчивается? Через 300 метров. Зачем ты поворотник сейчас включила? Ты вот сюда направо поворачиваешь? Слева машину пропускаем, едем. Сразу пешеходов гляди. Внимай. Поехали. По правой полосе и двигаемся. Только не по ямам. Тут маневры влевую делаешь? Влево. Поворотик. Да причем тут на повороте? Хотя бы посмотри туда. А если бы кто-то рядышком прям притирался? Там заправка любят гаишники стоять постоянно. Так, мы с тобой будем опять крутиться по развязке и опять уходить на улицу Промышленную. Для этого нам нужно перестроиться сейчас самый левый крайний ряд. Ну, там где это реально. Сейчас вот сюда заедешь, в правый отбойник. В зеркало смотрим. Надо смелее свои действия делать. Газу дай. Дай газу еще сильнее. Вот. На КамАЗ, видишь, пугает. Еще поворотник. Еще. Вот. Все. Мы перестроились. Здесь опять указывай направление движения, потому что знак объезд вот стоит туда-сюда. Пешеходов нема, нема. Здесь у нас своя выделенная полоса, но мы все равно посмотрим на зеркало. Все, включай поворотник. Мы едем прямо, никого не пропускаем. Разгоняй машину до 60. Выезжаем в свою полосу для начала, потом смотрим в зеркала, вплоть до остановки. Пошли, нас пропускают. Раз. Спасибо, ребята. Раз. Тихо. Вот, все. Не разгоняйся в повороты никогда. Спусти тормоза. Поехали. Ты вот в поворот поворачиваешь 20 км в час, еще и тормозить умудряешься. Она ж у тебя вообще не едет. Машина должна тебя слушать. Поворотник-то выключи. В зеркало смотри. Никого нет. Никого. Газу дай. Эх, ребята, ребята. Учебную машину никто не хочет пропускать. Только наш коллега сейчас пропустит, нет? Газу дай. Выезжаю. Выезжай, выезжай, у нас там место есть.
еще подожми свечу. Вот так. Смотри, светофор замигал, да? Поехали. Поехали, 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 прямо уже в наглую. По своей траектории. Газ убираем. У нас конец полосы, видишь? Левый поворот не включай. Едем, 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 пока он нам перегородил. Газо! Блин, ну нужно как-то же понимать самой, ты чё? Микроавтобус остановился, выключи поворотник. С поворотом налево. Вторая полоса была занята. Значит, у нас была возможность опередить всех и уйти. А ты тормозишь поток весь, понимаешь? Там микроавтобус остановил поток, ты здесь остановила поток. Там какой знак был? 40. 40. А у тебя сколько? Кто-то, да? Под горочку. Под горочку. Под водочку, под селедочку. По сути, вот здесь знак заканчивается. Вот, где мы видим вот это здание. Луговая 10 написано. Вот здесь мы, получается. И от этого же знака в ту сторону по промышленной у нас ограничение скорости. Тоже 40. Тоже знак 40. 300 метров.